Едем за пятой машиной, которую не успел я вчера забрать, к сожалению. Очень хотелось, но увы. Вот. Вчера был короткий день. В районе 6, наверное, вечера я встал на ночлег и все. Но зато смонтировал один видосик. Так что нормалек. Сегодня у нас 21 июля. В общем, осталось мне забрать три машины. Одну в Баффало, которую не успел, и две в Пенсильвании были. Это примерно пару часов отсюда, южнее, юго-западнее. Рабочий день начинается. Все такого вот прекрасного утра. За бортом примерно 80 с копеечками там градусов по Фаренгейту. Солнышко светит, очень красота. Начинаем активно работать. И на Техас. Техас нас уже давно ждет. Уже давно нас ждет Техас. Не были мы там месяц. Что здесь развернуться можно, конечно. Что здесь как-то тесно. Смотрю, тупиковая улица. Думаю, неохота застревать снова. О, тут все предусмотрено, это хорошо. Видите, написано, все траки паркуйте сзади. Нельзя, чтобы мотор работал. Глушите траки. Вот они карфоллеры стоят, смотрите. Новенький Western Star. Девяточка. Три машины, трейлер. Еще две девятки. Прикольно. Это транспорт компания тоже получается. Такой как бы перевалочный пункт. Здесь забираем рендировскую машину Toyota Sienna. Такой Family Mobile. Family Mobile, вон она стоит, я ее вижу уже серенькая. В общем, будем грузиться. Вот еще один приехал сюда. Лички забрали, идем за машинкой. Так, сейчас я, наверное, трейлер сначала раскидаю, чтобы заехать сразу. Вот видите, это утрак, который заехал недавно. Этот трачок, он собирает машины здесь по городу, чтобы не ездить на большом траке. Сюда на один ярд все это дело скидывает. И потом мы сюда приезжаем и забираем автомобиль. Вот она, моя машина. Это очень умно сделано. Я вам скажу, если бы все машины так собирать, работа была бы вообще комфортная.
машинка, царапина есть, но немного. Так, ладно, сейчас посмотрим. Зайдем. Все работает. Делаем инспекцию и грузим. Аппараты стоят. Джейк вот этого только что привез. В общем, загоняем Toyota Sienna. Поставим ее в пузо. Так как она длинная, другое место, скорее всего, не залезет. Ну, как бы залезет, будет мешаться просто. Ее место на первом этаже внизу. Самое первое. Вот она у нас. Все готово. Видите, как она хорошо помещается. Оп. Как будто для нее место придумано. Все, теперь у нас две машинки здесь легонечко станут. И будет все чики-пуки. Что, друзья, товарищи, погнали? Едем до следующей Тарантайки. 2 часа мне, в общем, до Пенсильвании, до Ири. Там у меня ровно 2 машины, и мы готовы. Но проблема в том, что я не могу дозвониться до клиента. Не могу вызвонить клиентов, чтобы они мне отдали тачку. Как бы еду вслепую. Надеюсь, что кто-то там будет. Как бы одна машина вообще не отвечает. Одна машина, клиентка, сегодня утром улетела. Я ее вчера попросил узнать, если она сможет отдать машину соседке или, например, положить ключи под коврик, чтобы я мог ее забрать. Она сказала, перезвонит вчера, и не перезвонила. Сейчас будем ей вызванивать и пытаться понять, сможем мы забрать тачку или нет, или придется новую снять. Так что такие вот дела, делища. Продолжаем работать по Нью-Йорку пока. Ну, Пенсильвания тут практически, я не знаю. Наверное, часик уже граница Пенсильвания, а потом еще часик до города, куда мне надо. В общем, поехали. Засажено. Ой,
катили на Walmart'е. У, есть такая парковочка. Шикардос. Шикардосик. Смотрите, какая ароматная. Можно, можно даже грузиться, ночевать, футбол играть, что хотите. Загружаем сейчас старую Honda Civic 2000 года. Человек, который не брал трубку, короче, в конце концов перезвонил. Говорит, я бизи, я типа занят, туда сюда. Вон он сзади. Подъехал. В конце концов перезвонил, говорит, жду, приезжай, забирай. Идем грузить. Я на месте. Вон она одна Camry, а вот она еще одна. И вот я не знаю, дилемма. Какая именно? Наверное, вот эта. С шестихасскими номерами. Короче, тут где-то должны они ключи запрятать для меня. Под передним колесом. Сейчас глянем. Кемрюшечка. Ох, как она запакована, это капец. Ребята. Так. Это прикол. Окей. Ключики. Смотрите, товарищ, как это все смотрится. Пошире вам угол. Опа. Класс. Что мне делать с этой трандулеткой? Ой, дурдом. Заводим-то, поехали. Что-то сыпется. Даже не видно ничего, это бред. Люк открыть. 300 тысяч пробег на машине. Вот это Camry. Ходит. Toyota, одним словом. Смотрите, пробег, да? Короче. Едем. Короче, не машина, а драндулет. Перевес, боюсь, у меня теперь будет на заднюю ось. Все, друзья, запаковались. Полный трейлерок. Вольный-польный. Едем на Техас. Первый старт Даллас. Помчали. Ребята, вон она, спидкол. Спидкол. А, так, меняем сюда. Едем, короче, менять масло. Я уже прошел больше, чем положено. С Калифорнии еще масло не менял. Так что, ребята, сейчас решил заехать, чтобы мне не перегревался трак, потому что нужно свежее масличко залить. Вот. Масочка поменяю. Сейчас посмазываю. Все, что есть, посмотрю, проверю тест на масло в трансмиссии, хотя только меняли его, но я уровень проверю потом в мостах, чтобы оно нормальное было, чтобы там выработки ничего не было. Если надо, поменяю. Сейчас будем ТОшку делать, будем сервисом заниматься, если у них есть на это время. Тут пилот рядом. Тракстап. В общем, наверное, часа на два придется здесь застрять. Но это необходимость. Сервис здесь. Спидко. Спидко, спидко. Так, колеса. Масло меняют в крайних. Окей. Надо будет сейчас объехать.
Этот у них любе. Буду менять масло, грессовать все. И тут я заметил, что у меня колеса тоже капитально выедают. Прям новые амортизаторы поставил, но оно не помогает. Короче, надо менять. Такая вот фигня тоже. Это колесо нормально. А, нет, уже выедает, бывает. В общем, нормально. Хотя, а здесь тоже. Короче, надо поменять. Задние колеса еще походят, надеюсь. Еще целенькие. Вот. Сейчас они проверят мне все масла полностью, протестируют тоже маслечко. Видите, тоже колеса поджирают, но на трейлере еще полбеды, они потом выравниваются. Вот, пойду спрошу цену на колеса на передние, не знаю, дороговато, наверное, будет все-таки. Здесь на трейлере все колесики хорошие. Короче, загрузился, ребята, смотрите, какие у меня тачки. Гранд Чироки первый я поставил, потом у меня был еще один Гранд Чироки. Вот. Потом две забрал машины в одном месте. Honda Pilot, Honda Civic. Сиену с утра запаковал, которую мне не хотели вчера отдать. Вот. И сегодня еще подобрал вот эту старушку. Сивичка. Мы на таком в школу ездили, когда малые были. И вот этого крокодила забитого полностью. Смотрите, вещи, стулья, чего только нету. Вот люди бессовестные, конечно. Ну что, придется им за это платить. В общем, мы готовы к выезду. Я уже проехал чуть-чуть, но сейчас необходимо сделать сервис рабочему машинке, чтобы он ехал хорошо. А то он Калифорнию прошел, Техас прошел, уже масло пора менять. Сейчас я гляну. Маслечко как бы светлое, уровень, но уже все как вода. Just like water. Такие фильтра они ставят, Baldwin. Они типа дешевле, чем обычно, но у меня стоят Fleetguard, они чуть дороже, на $4 каждый фильтр. Не знаю почему, или лучше они, или нет, но у меня все белые фильтра стоят. Я как бы их стараюсь сюда ставить. Думаю, что они очищают получше. Надеюсь на это, не знаю, конечно. Может быть, это все одинаковое. Baldwin вроде тоже ничего. Так что такие дела. Видите, как они колеса вам все подставляют, чтобы никто никуда не уехал. Ставят такой значок здесь. Говорят, стоп, драйвер, не заводи трак. Бла-бла-бла. Такие дела. Пойдем посмотрим колеса. Вот, смотри, у них уже стоят какие-то колесики. Дайтон какие-то. Они похожи на трейлер. Может быть, и стир. Не знаю. Firestone. Firestone хороший, интересно. Или не очень. Так, это какая-то наварка, походу. Bridgestone. Ну вот Bridgestone может поставить. Конечно, лучше Michelin бы, но у них навряд ли Michelin есть. Зрачок поменяли. Уезжаем. В общем, передние колеса сейчас еду менять. Тут через дорожку на тракстапе сгонял к чувачкам, спросил, сколько у них стоит колеса. Короче, Goodyear колеса, Goodyear Marathon, но они типа не топовые, не такие, среднячок, по $350. Но зато не Китай, Made in USA Tire, как бы там, я не знаю, 100 тысяч должны пройти, по идее. За такую цену можно поставить. Плюс Centromatic сейчас поставлю балансировочку, которая типа, ну, не одноразовая, ее можно переставлять с трака на трак. В общем,
такие дела. Сейчас будем заниматься. Немного потрачу время, но сделаю. Потому что переднее колесо, как вы видели, уже получается хана ему. Если взлетит, то это будет гораздо хуже. Заеду, сделаю. И будет красота. С новым балансом, с новой резинкой. Новенькая маслечка. Смотрите, какое. 40 давления валит. А раньше что перелитие крови сделали. Машинки посмазывали все суставы. Вот. Думаю, что будет довольно. Сейчас лето, жарко. Все подсыхает быстро, поэтому, наверное, еще буду делать гриз между oil change. Через каждые 5000. Думаю, будет надежнее для всех соединений, которых нужно смазывать. Так что заезжаем на пилот. Вон эта контора с колесами. Goodyear. Goodyear. Едем туда. Here's the tire. Такие колеса. Goodyear. 295. Marathon College. Looks good. 200,000 miles. 200,000 миль отходили. Тормоза еще нормально. It looks nice. Hopefully they work. Oh, they'll work. That's an easy installation I've seen. Yeah. Электрома. Балансировка. Трейлер висит. Заехал, там такой склон. Короче, ставит колеса мужик. А, значит, колеса ставим Goodyear, марафон какой-то. LHS, Steer Tires. Некоторые бывают ставят трейлеровские на трейлеры, которые идут. Но мы ставим Steer Tires. Они чуть-чуть там дороже, типа, ну, 350 баксов штука. Два колеса там за 700 баксов, короче. Плюс. $40 они типа скидку делают. Какую-то там. В общем, по цене вроде нормально, насколько я смотрю. И центроматики, по центроматики $190. Я установлю на передние колеса, попробую, что это такое. Значит, ребята, здесь поменял маслечко, спидку, прогрисился. Здесь на Goodyear ставим новую резинку, потому что там у меня она повыбитая страшно. Старая резина ужасная. Передок лучше следить, потому что если рванет, будет нехорошо. Так что, ребята, ставим новые эти соски на диски. Все должно быть четенько. Видите, вот такой склон. Заехал я. У меня просел задок. Так что обновочка. 1500 сегодня примерно я влипну. Может, чуть меньше. Посмотрите, что это за фордяка такой. L8000. Какое старье ездит. Видно, соль разбрасывает или что-то. Резина такая. Ахайо. Дамп-трак. Но эти живут, они по хайвею не ездят. Они, наверное, лет по 40 могут ездить, если не больше. Все ржавое, но работает. Фильтр Ford L8000.
Какие колеса здоровые передние у него. Continental. Как вам такой аппарат? Красавчик, работяга. Фар тут уже нет, железные вставки стоят. Фары не нужны. Я думаю, они зимой на него лопату цепляют, короче, и всю эту парковку от снега вычищают. Вон у него фонари вверху стоят, фары. И на лопате еще. Так, все. Потеряю чуть-чуть, конечно, я время с этими всеми сервисами, но это необходимо. Тут у меня колесики, как видите, китайцы ходят. Даже не стираются, я вообще не пойму, что происходит. Вечные какие-то китайские колеса. Samsung. Страшно. Делали же когда-то китайцы хорошо. Сейчас говорят, китайца ставишь, стирается очень быстро. Не советуют новые китайские ставить. Даже вот этого бренда Samsung. Он у меня уже сбоку весь стертый. Я его уже столько-столько катал. А протектор еще есть. Еще нормально. Тут то же самое. Еще можно гонять и гонять. Красота. В общем, а тут есть Гудьиры такого же размера на трейлер. Продаются по $350. Тоже хорошая цена, как для Гудьира. На $100 дороже, чем эти. Эти я по 250 беру. Колесики. Заранее. Так что. Вот такие вот делища. Думаю, что минут 20 уже уеду отсюда. Нужно походить, правда, по треском. Чуть-чуть. Уже им 2 года, если не больше. Натянули Гудьирку. Одно уже накачалось. Колесико. Сейчас будем крутить, закручивать. Новенькие колесики. Гудьир, Центроматик. Офлы. Надеюсь, что будет все нормально. Испытаем, как Гудьир походит. Тойо 200 тысяч отходило. Сейчас у меня майлэдж где-то 1 190 000. Вот посмотрим, во сколько я следующий поменяю. В общем, помчали работать. Маслечка, новые колесики, красота. Короче, 1400 мне обошлось. Вот эта остановочка, штука 400. $1000 с Центроматики и колеса с установкой. $360 замена масла, тест, короче, масло, ну, полный PM грис, только тормоза не подвели, потому что они этого не делают. В общем, помчали, испытаем новую резину переднюю, надо будет их переподтянуть через время. Думаю, миль через 200 заеду на Гудьир, покажу ресит, пускай пройдутся, посмотрят, чтобы они подтянутые были. Так. Едем. А знаете что? Наверное-ка возьму я чая. Возьму-ка горячего чайка и тогда поеду. Как вам идея? Хорошая идея. На пилоте просто чай, просто шикарный, когда берешь. Особенно когда за поинты еще. За бесплатно это вообще хорошо. Фреш!
что, я думаю, походят, ребят, пару сотен. По крайней мере, я на это надеюсь. С этой балансировкой, со всеми приколами должно походить. Но вроде, видите, вот этот центроматик, он вроде экономия там за него или что-то. Короче, обещаний много. Посмотрим, как оно в реале будет. Поедем с водителем обкатывать.